Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами, как всегда, Вовкин, и это Черепашки-ниндзя-легенды. Как обычно, буду играть ваши составчики с вашей стороны, надеюсь на лайкосик. Лайкосик, репост и, конечно же, пишите комментарии ваши составчики. В общем, ребята, первый состав у нас будет от Анна Михайлова. Твой составчик будет первый, тебе повезло. Так, жемкаем в бой, сюжетик и идем... Ну, давайте для начала в седьмую главу в нормальном. И пойдем, давай определимся куда, на грибочек. 64-й левел, в принципе, не такой уж прям и легкий, да? Так, в общем, ребятушки, Анна Михайлова пишет. Змея Карай, Эйприл Кунаичи. Ага, против босса Кренга. Так, против босса Кренга, это вот сюда. Слушай, ну, блин, тут прям будет все очень тяжело, мне кажется. Так, змея, так, тут была, в общем, лисица, да? Потом змея Карай, Эйприл Кунаичи. Всего три бойца? Ты чего, прикалываешься? Это же будет вообще тяжело. Эйприл Кунаичи, она хоть у нас и платиновая. Змея Карай, а почему просто Карай нету? Что-то, видать, она ей не нравится, а вот змея Карай нравится, да? Ну ладно, пускай будет так, почему бы и нет. Что написали, такой состав и делаем. Три бойца, ребятки, всего лишь три, представляешь? Тяжело им будет, как вы думаете, победят или не победят? Вообще дойдут они хотя бы до Кренга, я что-то вот как сомневаюсь немножечко. Нет, до Кренга дойдут точно, а вот победят ли его, вот это вот, ребятки, очень прям вопрос серьезный. Можете прямо сейчас поставить на паузу и написать в комментарии, угадаете или нет, потому что я даже сам не знаю еще сейчас, что будет, что произойдет. Так, но через пару минут мы об этом с вами узнаем. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь, мой родненький? Берешь и лечишься. Зачем оно тебе надо? Не выдумывай. Так, все, мы с ним распрощались. И у нас вторая волна. Так, 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 кто у нас тут будет? Слушай, Карая, вот это, по-моему, да, у нее массовая. Это не массовая. Плохо, очень плохо. Ну ладно, подожди, теперь давай Эйприл, вот это точно массовая. Это нам надо прям, чтобы дойти... Ох, смотри, все, до Кренга мы дошли. А вот что будет дальше, это прям... Загадка. Так, лисенька самая первая пришла. Прыгнула на крышу. Так, вот он вылез, ужасный, великий, этот страшный, мерзкий и гадкий Кренг. Сейчас будем с ним расправляться. Шмяк, ух ты, лисенька, смотри, нормально забрала лапками своими, пушистыми, мохнатыми. Так... Ну, одну третью часть ХП мы у него снесли, скажем так. Так, это какой-то удар с серпом. Ух ты, хорошо. Слушай, лиса, молодец. Рыжая лисуха. Так, а ну давай веером побашним. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный Кренг, мне, ребятки, уже его жалко. Так, и чё? Карай, змеюга не добила. Она вообще хоть нанесла ему какой-то урон. Все, ребятушки, лисица с ним справилась. Она, кстати, вообще в этом бою прям... Ух ты, ты видел, у нее хвост, вертолет прям вертелся. Она ж подлетела немного. Я бы так тоже хотел. Но у меня хвоста нету. Пушистого. Так, ладно, ребятушки, идем дальше. Следующий у нас будет Мерием Узерли. Который, кстати, написал... Или которая? Мерием, это женское имя или мужское? Я что-то вообще даже не знаю. Честно говоря. В общем, прошу прощения. Мерием Узерли... Три состава написано. Все видения, первый, второй, Сплинтер, все черепашки мульт и все видения и лисица. Давай, лисица у нас только что была. В общем, давай попробуем тогда просто все видения. Не написано, какая глава, какая, чё, куда. Давай погнали в шестую. Можно даже в сложном на Антошку. Мне кажется, это будет интересно. Все видения, вот просто берем все видения и их фигарим. Так, 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 тем более, ничто рядышком, все близко и хорошо. Так, вот бегут наши, в общем, 4 черепандера. И кто первый будет раздавать трясюлей? Ага, это Лео. Лео молочинка. Так, Майки, давай добивашки устраивай. Равчик. И Донни. Хорошо, вторая волна. Пока мне все легко и просто. Так, ну что, теперь опять массовая пошла тоже. Такая поярче вот это должна быть. Ух ты, это очень ярко было.
Смотри, ты видишь, прям вообще шикардос. Так, ну и теперь белки. И... Хо-хо-хо, да это же шедевр! Белки, посмотрите, что творят, а. Прям почти всех вынесли. Так, и упали остальные два. Две гориллы, вернее. Ну, в общем, хорошо, победа, 3 звезды. Пишите еще свои комментарии. Так, ребяточки, ладно. Еще читаю, ищу ваши комментарии. И мистер Ваня. Мистер Ваня, тебе сегодня повезло. Почти как мистер Гекс, да? Только мистер Ваня. Давай погнали на Пиццелицева. Так, мой состав, пишет мистер Ваня. Сейчас, ребятки, прочитаю. Микки Мульт. Шимигами. Шимигами, вот она. Микки Мульт. Слушай. Слушай, Микки Мульта найти нелегко. Он все время где-то прячется. Улыбается и прячется. Улыбаемся и машем, да? Вот он. Дальше Шинигами есть. Эйприл Кунаичи, Кейси Мульт и Сплинтер. Отлично. Отлично. Эйприл Кунаичи. Вот она. Сплинтер и кто-то там еще. Кейси Мульт. Кейси. Кейси Джонс, который, что ли? Так, мистер Кейси. Мистер Джонс. Что такое? Где он? Слушай, ну это не мульт, это фильм. А мультяшного я что, пропустил, что ли? Ну, не может такого быть. Вот. Досадно. А вот он, вот он. О, кстати, у нас платиновый. Это хорошо. Это отлично. Так, ну что, давай, погнали. Так, кто начинает? Начинать Шинигами. Окей. Хорошо, давай. Все, летучие мыши, стая прям полетела. Здорово. Так, теперь... Это кто? Это Майки? Ты что? Почему ты так слабенько бьешь? Двойная атака, ты представляешь, и не выше под одного. Одного этого чувака. Ну, потому что, наверное, он 80-й левел. Сделай на это поправочку, да? Так сказать. Так, вот так вот. Кейси прям своей клюхой машет, да? Молодец. Клюшечник какой-то прям. Так, ну что, давай яичко. Бомба-яйцо. Шамяк. Слабое яйцо какое-то. Слабая бомба. Так, и осталось их четверо. Ну что, давай красочку. Ребятки, есть краска. Вот так, хорошая. Только что-то они не покрасились вообще ни во что. Ну да ладно. Так, осталось двое. Такое ощущение, что этого робота как спичка в руке, да? С красной серой. Большая такая спичка. Так, что ты там... Железноголовый там что-то пытаешься, да? Пинаться, биться. Так, ребятушки, третья волна, в общем, ну и... Тут что, вообще ни у кого массовой нету? А, нет, была же массовая у Кейси, да? Хотя Эйприл Кунаичи у нас еще есть. Нужно использовать ее массовую. Почему бы и нет? Это будет, мне кажется, хорошо. Так, Сплинтер. Кунаичи, ты вообще будешь драться когда-нибудь или нет? Лечиться, наверное, не будем. Смысла не вижу. Вот, наконец-таки. Ну, наконец-таки. Вот, хорошо. Макмен. Макмен живучий. Живуч. И немного вонюч. Ну, потому что из мусора. Так, все, ребятушки, победили. Кейси его заклеймил. Так, ребятушки, и мы идем дальше. Так, 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 так. Алексей Михайлов, твой состав будет следующий. Давай определимся. А что-то бы это я был в сложном, ты представляешь? Давай пойдем на Рахзара. Что на там Алексей Михайлов пишет? Какой составчик? Против босса Крэнка. Смотри, все хотят против босса Крэнка, чтобы я играл. Что ж такое? Ну давай. Давай попробуем. По заказу вашего, только не сложно, в нормальном. Почему-то всем хочется, чтобы я победил босса Крэнга, не знаю почему. Ладно, Змея Карай, Сплинтер, Алапекс. Хм. Алапекс есть. Сплинтер. Сплинтер, Сплинтер. Есть. И что там? И Змея Карай? Хм. Очень интересно, очень даже.
И интересно, где она? Вот она. Слушай, что-то у нас похожий был состав в начале видео, да? Но тут немножко там у нас еще была Эйприл Кунаичи, а тут прям немножко все поменялось. И как бы не в лучшую сторону, скажем так. Потому что... Ух ты, смотри, выжил. Одна горилла выжила. Потому что там у нас была Эйприл Кунаичи. Вот. Вместо Сплинтера, скажем так. А Эйприл Кунаичи, она довольно-таки сильная тетка, потому что у нее массовые хорошие прям. Так, ну смотри, ну Сплинтер тут, в принципе, тоже как бы нормально все делает. По крайней мере, выносит. Вот плохо, что у него массовой нет. Вот это, конечно, не очень хорошо. Так, Змеюга, давай. Хачапури. Вот так, хорошечно. Так, отстань. Бомбы какие-то кидают. Опа, Сплинтер, смотри. Сам рвется в бой. Это хорошо. Так, ну что, остался последний чувачок. Сейчас мы с ним быстренько разделаемся. И теперь идем на босса. На босяру. Колбасяру, где же он? Давай, выходи. Слушай, полнолуние, красота, да? Ночной Нью-Йорк или где они, не знаю. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, наверное. Так, ну что, первый атакует Змеюка. Так, устали наши ребятки, смотри, прям. О, Сплинтер! Ты должен жить! Так, какой-то свой мощный ударчик. Критические способности блокированы. Это хорошо. Блокируем какие-то его способности. Хотя, на что он способен, я не знаю. Он все равно будет биться, да? Вот смотри, Сплинтера вырубил. Ха, плохо. Мастер Сплинтер, сенсей, мы отомстим за тебя. А Лопекс, я думаю, должна все-таки победить его. Не с первого удара, не сейчас, конечно же. Сейчас он отыграется на змее. Вот, а теперь, ребятки, прям битва монстров. Давай, Лопекс, он тебя не заметит. Давай, ты шустрая, как молния, прям, смотри. Шмяк, вот так, критически. Устала, смотри, вообще легла, прям лежит. Ух ты, он промазал. Опять промазал, ничего себе. Все, добиваю, родная, давай. Вау, ес, ребятки, мы добили его. А Лопекс справилась, отлично. Не улетай со своим хвостяркой. Так, ну что, победили, это уже хорошо, это мне нравится. Но, конечно, потеряли пару бойцов. Это не очень хорошо. Не блестящая победа, скажем так. Так, ребятушки, и следующий состав у нас будет от F0Fort1. Короче, типа Fortnite написано. Fortnite, но со всякими там с нулем и единичкой. Окей, Fortnite, в общем, твой состав. Давай определимся с главой. Шестую в нормальный. И куда, куда пойти? На диско Бибопа, почему бы и да. Так, в общем, Fortnite, тут что твой состав? Раф Мультик, хорошо, Раф Жираф, только что придумал, Раф Мультик. Дальше Антон Зек и Нейтрализатор. Антошка, отлично, как раз на диско Бибопа, да? Два друга будут и Нейтрализатор. Хорошо, погнали. Так, ну чё, кто начинает? Антонио начинает, Антошкин. Антошка, картошка. Давай, так, добивай, Равчик. Отлично. Так, у Нейтрализатора есть массовая, но нужно ли нам ее сейчас использовать? Сомневаюсь. Подождем немножко. Ой, хорошо, вот как, а. Эй, лазерная ты башка, промазал. Промазал, Мазилкин. Так, пока мы всякие супер крутые ударчики не будем тратить, мы их лучше подэкономим. Потом, если что, используем. Так, смотри. Нейтрализатор прям рубится. Очень отлично. Так, давай попробуем вот это. Это массовое. Хорошо. Так. Разъяренные глазки от Рафа. Огненные глазки. Вот так все бойтесь. Всем должно быть страшно. Так, 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 Рахзар там что-то забыл. Оскорбление. Эх, чувак, не на тех ты напал. Зря ты это затеял вообще. Так, диско Бибоп. Ну что, танцевать будешь, братишка? Так, минус один. Смотри, минус второй. Хо-хо-хо-хо. Класс, да? Минус третий. Минус четвертый, надеюсь. Шемяк, да. Диско Бибоп.
Давай, танцуй, танцуй, дорогой. Так. Так, а мы тебе ответим на это вот этим. И, ребятушки, массовая пошла. Хоть он и один остался, но не жалко потратить на него 5 ракет, или сколько там, 4 было. В общем, нормально. Победили, и всякие вкусняшки давай забирать. Добыча 110 мутагена. Вот так вот, ребятушки. Такое вот было видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. И про колокольчик тоже не забывайте. А с вами был Вовкин. Пока-пока.